У стены плача произошло столкновение армян с евреями. К столкновениям привело заявление лиц армянской национальности о том, что Израиль якобы принадлежит армянам и является их страной. Как сообщают зарубежные СМИ, армяне преследовали евреев. Увидев это, один из местных жителей вызвал на помощь стражей порядка. В конфликт вмешались сотрудники полиции. Они остановили армян, преследовавших мирных жителей. Был задержан Георгий Кахкиджан, который решением суда приговорен к 20 суткам домашнего ареста. Следует отметить, что в последние дни в Израиле ощущается активность армянских сепаратистов. В качестве примера можно привести заявление Центра культуры и образования армян Израиля Ноян Тапан о том, что они столкнулись с дискриминацией. Кроме того, в принадлежащем армянам ресторане в христианском квартале Иерусалима произошла массовая драка между евреями и армянскими националистами.